культуре Stop & Go мы хотели бы предложить вам несколько альтернативных вариантов ведения. Первый вариант, когда партнер не будет придерживать партнершу за талию, а будет держать ее только левой рукой за правую. Ведение в этом случае не меняется. Пожалуйста. Раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Свободная рука поднимается наверх. Второй вариант, когда партнеры поменяют руку. Партнер своей правой рукой будет придерживать партнершу за ее левую руку. Пожалуйста. Раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь и восемь. Расстояние между партнерами будет чуть больше, и ведение пул будет чуть сильнее. Следующий вариант, когда партнер будет использовать позицию рукопожатия правой рукой за правую руку. Пожалуйста. И раз, два, три и четыре. В этом случае расстояние между партнерами тоже будет чуть больше, и ведение пул будет чуть-чуть сильнее. И последний вариант, когда партнер будет придерживать своей правой рукой за талию партнершу. И раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь и восемь. В этом случае контакт будет рука-корпус, и партнер очень легко будет отталкивать партнершу за талию. Теперь, пожалуйста, все эти четыре варианта под счет. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. И раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь и восемь.